3 декабря в нашей стране отмечают особый праздник – Международный день инвалидов. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограничениями по здоровью. В преддверии этого праздника в Славянском районе состоялся районный фестиваль «Мы есть у тебя, Россия». Подробности в нашем репортаже. В рамках фестиваля в фойе Славянского городского дома культуры была развернута выставка изобразительного декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии. С большим интересом зрители осматривали экспонаты, выполненные в самых разных жанрах и техниках. Какое стремление добиться намеченной цели у этих людей? Люди с ограниченными возможностями – это люди очень одаренные во всех сферах жизни. Они участвуют во всех наших этих конкурсах, фестивалях. Выставка об этом говорит. Здесь разнообразные работы, какие только можно сделать руками человека. И рисуют, и вышивают, и шьют. Все, что угодно, вяжут. Вот такие одаренные нас люди. Председатель Славянского районного отделения Российского Красного Креста Анна Громыко сама подает пример творчества. Она считает, что практически любые материалы могут пригодиться для создания произведения прикладного искусства. В моих работах рожь, цветы, листья, все. И даже вот уголь, вот эта вот работа, это уголь, это шашлыки мы жарим, да? И вот контраст белое с черным, классика, я использовала в этой работе. И многие подходят, они удивлены, что вот можно использовать такой материал, нетрадиционный, скажем так. И хочется сказать всем, кто находится в такой жизненной, трудной жизненной ситуации, не теряться. Находить себя в творчестве обязательно. Кто-то вышивает, кто-то лепит. Фестиваль-конкурс продолжился в Большом зале. В концертной программе приняли участие чтецы, солисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы. Всего было 39 различных номеров фестивальной программы. У нас коллектив бодрый, вот такой певучий, энергичный. Мы любим все песни, но поем мы в основном патриотические, про родину, про Кубань. Восхваляем вот наши просторы, нашу родину. Мы часто нас приглашают и в воинскую часть выступать. Мы занимаем довольно-таки хорошие места, нас награждают. Все люди в хоре приходят именно для души, для того, чтобы уйти от бытовых проблем своих. Они стремятся сюда прийти в хор, чтобы пообщаться творчески и своим любимым делом заняться, пение. Это у них как вообще отдушина для жизни. Каждое выступление находило своего внимательного зрителя и вознаграждалось аплодисментами. Лучшие работы и выступления были отмечены дипломами фестиваля «Мы есть у тебя, Россия». У этих славянцев, участников фестиваля-конкурса, есть настоящая сила духа и жизнелюбия. От увлечения творчеством они обогащаются энергией и получают импульс для дальнейшего развития. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».